Очень нелегки первые шаги на льду. Но для некоторых, особенно для тех, кто впервые пришел на каток, расположенный на территории физкультурно-оздоровительного комплекса на Воронке, они вполне могут стать большим шагом навстречу красивым и плавным движениям и, конечно, уверенному прокату на коньках. Занятия проводит в специализированной ледовой коробке профессиональный тренер Ирина Барская. Она рассказывает, что сама на коньки стала в 4 года. Стала профессионально заниматься фигурным катанием и смогла получить звание кандидата в мастера спорта. Теперь работает тренером и уверяет, что на коньки может поставить любого желающего. Тут нет возрастных ограничений, говорит Ирина. Дети приходят самые разные, и приходят еще и взрослые, и тоже самые разные, с разными желаниями на разных коньках. Но мы стараемся научить всех. Мы учим азы. Учим оставаться на льду, на коньках, а не на попе. Получается так? Получается, да. У детей в основном получается. Дети способные. Наверное, они все катаются зимой на коньках с родителями. Надо отметить, что каток пользуется популярностью у местных жителей. Парни предпочитают хоккей, а для девочек занятия с профессиональным наставником стали отличной возможностью приобщиться к основам фигурного катания. Тренировки с Ириной Барской могут помочь также выявить способность ребенка к этому виду спорта. Позаниматься на катке в Фоке можно совершенно бесплатно с 18 до 19 часов в понедельник, среду и пятницу. Так что все желающие встать на коньки или показать свой опыт и научиться новому приглашаются в физкультурно-оздоровительный комплекс на Воронке. Лилия Тимиева, Александр Ожевский, Щелковское телевидение.